Его ждут, его помнят, его любят. В ближайшее воскресенье, 5 марта, на паркет культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» выйдет хорошо знакомый нижегородским болельщикам и на данный момент, к сожалению, экс-форвард БКНН Семен Антонов. В этот раз он предстанет перед когда-то родными трибунами в цветах ЦСКА. Именно со столичными армейцами баскетбольному клубу «Нижний Новгород» предстоит очередная встреча в рамках регулярного чемпионата. Этот матч заочно обещает стать очень интересным. Как-никак в гости пожалует чемпион Евролиги. На данный момент команда Димитриса Итудиса единолично возглавляет турнирную таблицу Единой Лиги ВТБ. Москвичи в 18 играх одержали 16 побед. К сожалению, у Нижнего Новгорода дела идут, мягко говоря, не так хорошо. В активе горожан только 6 побед в 18 матчах. Нетрудно посчитать, что поражений у нас уже 12. Как итог, пока только 9 место в турнирной таблице, соответственно, вне зоны плей-офф. Григорий Жигин, Ренат Бикбаев, Объективно Спорт, ННТВ.